Всем привет! Сегодня у нас походик вдоль ущелья Аманаус и вдоль реки Аманаус. Собственно, сама река. И мы в Домбае. Тропа немножко поменялась. Была табличка, что вот сход с тропы строго-настрого запрещен. Смотрите, какие грибочки. Грибочки. Так, я вижу там водопадик, и тут прям стрёмная дорожка. Посмотри на меня. Такая офигенная водичка. А, так вот тропа идет. О, господи, не упасть.
Давайте сюда. Поднимаемся на финальную точку нашего сегодняшнего маршрута. Почти. Добрались. Так. Посмотрите вперед, а я смотрю под ноги. Я даже не вижу, что наверху. О, табличка. Блин. Буду сейчас весь мокрый.
Так, прерываемся. Хотя не прерываемся. Я подумал, что я так дойду, мне ничего не надо. Продолжаем наш путь. Какие камни тут. Ух! Тяжело. Очень тяжело. Но это того стоит. Это действительно того стоит. Так. Как мне тут залезть? Оп, чтоб не свалиться. Что, все мокрое? Так, ну цель дойти до самого верха. Цель дойти до самого верха. Оп. Поехали дальше. Так. Я прусь. С камерой. Осталось метров 20, чтобы подняться. Так. Ветер дует в лицо. Фу. Ой, скольжу. Ничего не вижу. Руки замерзают. Водяной пар прямо. Порывами ветра. Фух. Честно, очень страшно сейчас. С телефона капает вода. Так. Последние метры. Фух. Офигеть. Офигеть. Стабилизатор сейчас намокнет, сдохнет. Я тут. Надеюсь, вы меня видите. Все, отключаю камеру. Стабик мой, не умирай. Так, извините за тряску, снимаю с руки. Спустился только что оттуда. Блин, бомбовое место на самом деле. Офигенный водопад. Очень сложный спуск, очень сложный спуск. Упал три раза. И в целом, блин, ну... Есть еще один такой же крутой водопад. Пока не разобрался, будет круче, но это достоин первое место. Водопад достоин первого места.